Банде Гуру Пададандам Бхакта Винда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саудитам Си Нанда 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 Банде Радхика Чарно Дайам Гопи Жано Самаюктам Винда Банаману Ванча калпатару аччаки пасинд бевача патитананг павуне бхавишна вибью наму намаха мукан кароти вача ланг пангун ланг хайти гирим ядки патам ханг банди парама нанда мадвам бриндавай тулсиде бой пиявай кешва сача Шна бхакти паде деви сатта ваттвай наму намаха Нараяна намаскритта наранчайва нараттамам Девин сарасватин вязам тато жайо мудире Шанкиртане Кришна катха упадеше Гаурия патрашва пракасанеча Садануракта гуру бхакти юкто Бхакти Прамадакша Джагодваруйна Дхайям Сада Парибхавагнам Абишчадухам Титаспадам Сивабиринчинутам Сараньям Бхитатихам Панатупал Бхабаддипутам Банде Махапурусате Чаруна Равиндам Ядпад паллавана качандамани чатая Виспуржита кимапикабоду свадарши Пурнанурагара сасагара сарамурти Шарадхикамай кадакипам кроши Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактабинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактабинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе. Аджану ламмита бхужау канука бодату, Сангитаной кабитару камала ятакшо, Вишамбару дижабару жугадхарма палу, Банде ягат прия кару, каруна бхатару, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари. Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайра Бандито Дибба Рупам Бхуктинча Муктинча Дада Синитам Бхавану Рупена Сада Наранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гаури нирантара вибуши тобам бхагам Нараяно прияманга мада пхарам Барана сибурапати бхажави шанатам Ваги саджасва бадане Лакшмир жасва ча бхакшаси Ясьясти хиде самбир Вам нишинга махам бхаджи Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам Хари Рам
Ram Ram Hare Hare Radha Krishna Pranaya Vikritir Ladini Shakti Rasmad Ekatmano Opi Bhubipura Diho Vidam Gatuto Chaitanya Aksham Prakatam Adhuna Tadvayan Chaikamaptam Radha Vabaduti Suvalitam Nomi Krishna Sarupam Radha Krishna Pranaya Vikritir Ladini Shakriasmad Ekatmano Upi Bhubap Bhubi Puradihovetam Gatuto Chaitanya Aksham Prakatam Adhuna Tadvayan Chaikamaptam Radha Bhavaduti Subalitam Nomi Krishna Sarupam Gauriya Goshtipati Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada told Gauriya Goshtipati Shri Shila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada сказал, что Кришна and Srimati Radharani является всегоспоствующим абсолютом. И также Шримати Радхарани является таким же всегоспоствующим абсолютом. В соответствии с Сиддхантой, Радха и Кришна не одно и то же. Также в соответствии с Шримад Бхагаватам, Сканда Пураной, мы можем найти документальное подтверждение тому, что Радха и Кришна в объединившейся форме образует собой Махапрабху, который приходит в этот материальный мир. То есть объединившись, Радха и Кришна образуют собой Шри Чайтанья Махапрабху. Суть в том, что кто-то может задать вопрос, если Радха и Кришна объединились. Также Шанкар Бхагаван говорит Парвати Деви. Jang eva Radhika Krishna sa eva Gaura Vigraha Jaccha Vrindavanam Devi Navadipancha Tatsubham Shankar Bhagavan speaking. Jang eva Radhika Krishna sa eva Jang eva Radhika Krishna sa eva Gaura Vigraha Jaccha Vrindavanam Devi Navadipancha объединившись, пришли сюда в форме Шри Чайтанья Махапрабху. Соответственно, внутри Махапрабху находится Радха и Говинда вместе. Но откуда же взялся Гададхар Пандит? В действительности это сказано в Писаниях. Я не буду углубляться в детали, что Чайтанья Махапрабху хотел обрести, почувствовать вкус, который испытывает Шримати Радхарани. То есть одна из причин его прихода такова. Итак, если Чайтанья Махапрабху приходит сюда в форме своего преданного, он показывает эту лилу, как вкусить Рагануга Бхав, Бхаву Шримати Радхарани. И таким образом он ворует Рага Бхаву Шримати Радхарани и телесный цвет тела, золотой цвет. Если бы не было Рада Бхавы и золотого покрытия, кто-то может сказать, что... То есть вот этот вопрос, что откуда же берется Гададхар Пандит? Но суть в том, что если Бхаву Радхарани отнять от Кришны и ее золотой цвет, then the rest actually there. Actually, in this transcendental world, we cannot если say this way. Можем because if отнять от пурны, от того, кто полон что-то, он все равно останется полным. И таким образом, если Бхаву отнять и телесное сияние отнять, тем не менее Радхарани останется.
Таким образом, Гададхар Пандит есть никто иной, как Шримати Радхарани. Она приходит сюда, чтобы помочь Господу Чайтанье совершать свои лилы в форме Гададхара Пандита. Гора Гададхара Дипика говорит о Гададхара Пандите. Си Радха Према Рупа Джапура Бринда Ванешвари Ша Си Гададхару Гора Према Пандитакшо. It is written, Си Радха Према Рупа Джапура Бринда Ванешвари Си Радха Према Рупа. Полное воплощение премы. Она полна премы. Си Радха Према Рупа Джапура Бриндаванесвари, Вари Радхарани, Саси Са Сри Гададхаро Гауравалабаха, Пандитакшаха. Таким образом, Гададхар Пандит, это никто иной, как Шримати Радхарани, пришедшая в этот мир. Сейчас в Чайтанья-чаритамрите также сказано, что Гададхар Пандит является Шакти-аватарой. Гададхара Пандит, Прабху Шакти Аватар, Антаранга Бхактакури, Ганан Джахар. In Chaitanya Charitamrita it is written, Гададхара Пандит is a Шакти Аватар. Прежде чем уехать во Вриндаван, я обсуждал одну шлоку на наших лекциях. I was discussing one шлока. Банде Гуру Но Банде Гуруна Ишо Бхактан Ишо Мишаватару Кан Тат Пракасанча Тат Саптихи Кришна Чайтанна Сангакам. So, Ишо Бхакто Ишо Бхакто Ишо Шакти Иша Аватара Иша Пракаш Иша Свайам in different form. В форме Шакти. So, in the form of Шакти Ишва Аватар, Ишва Пракаш, and Ишва Свайам, and in the form of Шакти, and Ишва. So, Банде Гуруна Ишва Бхактан. Ишва Бхактан. Мы поем эти шлоки. И Банде Гуруна Ишва Бхактан, Ишва Мишава Таракан. Читание Махапрабху. Тат Пракасанса, Тат Шактихи, Кришна Чайтанна Санта. Адвайяна Татвай, но приходит сюда в различных формах. Первое, как Чайтанья Махапрабху, второе, как Иша Пракаш, это Адвайта Ачарья, как Нитьянанда Прабху. Иша Аватара — это Адвайта Гасай. Иша Шакти — Шривасади. Иша Пракаш — Иша Шакти — это Гададхар Пандит. Таким образом, с самого начала мы можем увидеть, что в Гаура-лиле, в Навадвип-дхаме присутствует Гададхар Пандит. Он все время с ним. Постоянно с ним. Вишванача-крачи Такур составил Нитья-Навадвип-лилу, Гаур-лилу. Там вы можете найти, что описано, что Гададхар Пандит постоянно присутствует с Махапрабху. Всегда. С ним всегда снимаем. Иногда мы можем увидеть во Вриндаване Йогапитх. That all the time Gadadhar Pandit is there. И тут в Вриндаван Навадвипатхаме. То есть различные лилы происходят, но Панча Татва, с помощью этой шлоки, мы понимаем, что один и тот же Махапрабху приходит в пяти различных формах. Когда Чайтанья Махапрабху проявлял эту лилу, вернувшись из Гая, предложив подношение Вишну Пада Падме, то есть совершив
Совершив церемонию Шрадхи своему отцу, он вернулся, начав выражать различные, проявляя особую лилу. Он явился другим, не таким, как прежде. И так, день за днем, Махапрабху показывал Випраламба Бабу настроение разлуки. Кто-то мог это понять, кто-то нет. Гададхар Пандит и Шривас Пандит хорошо понимали, что причина прихода Махапрабху сейчас осуществляется тем, что он показывает, он проявляет это настроение разлуки. Получив саньяс в Катве, Махапрабху ушел из дома. И не говоря никому, некоторые из преданных знали Шривас, и некоторые другие, Нитянанда. Кроме них, Махапрабху никому не открывал эту лилу. И после Катвы Махапрабху отправился во Вриндаван, да. Я не буду углубляться в детали. Впоследствии Махапрабху был вынужден прийти в Адвайта Бава, затем в Нилачаладаму. Когда началась его Нилачалалила, то есть когда Махапрабху принял саньяс, Гададхар Пандит решил также оставить свой дом. И он принял кшетра-саньясу. Кшетра-саньяса в Нилачала-даме, потому что там Махапрабху совершал свою лилу, поэтому он был вынужден принять кшетра-саньяс, чтобы постоянно находиться подле Махапрабху. Кшетра-саньяс означает, что мы даем клятву, что никогда не покинем эту кшетру, то есть эту святую обитель. Мы всю свою жизнь должны прожить в определенной дхаме и не должны покидать ее пределы. Таким образом, Гададхар Пандит начал постоянно находиться, продолжил постоянно находиться с Махапрабху и в Нилачаладаме. Гададхар Пандит его шакти, и Тота Гопинат был божество, Тота Гопинатха был раскопан в песке. Впоследствии было установлено божество, и Гададхару Пандиту было вручено служение поклонения этому божеству. Сейчас я переключусь на предыдущую лилу, начальную, когда детских лил, когда Гададхар Пандит Бхактивинода Тхакур пишет в своем киртане: там говорится, что с левой стороны всегда стоит Гададхар. И то есть устанавливают божества гор Гададхара, Бхактивинода Тхакур, и наш Гуру Махарадж также. С помощью божеств, которые устанавливает тот или иной махаджан, вы можете понять кое-что о его расе. И Бхактивинода Тхакур говорит, что Сананда Сукада Кунджа туда приходил Махапрабху вместе с Гададхар Пандитом, и они играли. Они пели пили молоко, ели сыр, совершали разные игры там. То есть все его лилы проходили с самого начала, лилы Махапрабху проходили вместе с Гададхар Пандитом. Однажды Шри Чайтанья Махапрабху плакал с именем на устах Пундарика Видьянидхи. Никто не понимал, в чем дело, почему Махапрабху повторяет, восклицает
Пундарик, Пундарик. Но, в конце концов, преданные поняли, кого он зовет, чье имя он произносит. Через какое-то время Пундарик Виданитхи является Вишвамбарам Махараджем в Кришналиле. В Гора-лиле он пришел как Пундарик Виданитхи. Никто не знал о его предыдущем рождении. Мукунда всегда воспевал славу Пундарика Виданитхи, потому что они из одного места, и Мукунда очень хорошо его знал. Но Гададхар Пандит проявил другую лилу. Он хотел получить даршан Пундарик Виданитхи, и Мукунда согласился отвезти его туда. И вместе с Мукундой Гададхар Пандит пошли к нему. Войдя в комнату, Гададхар Пандит был невероятно удивлен. Как это возможно? Мы слышали, что Кришна Бхакти подразумевает под собой отречение, но этот человек сидит подобно царю. В дорогих одеждах, с браслетами, прекрасный аромат, умощенный маслами, дорогая одежда. И он жует бетель, листья бетеля, подобно царю. Цари также себя вели. И когда Гададхар Пандит увидел эту сцену, это настроение, он начал думать: лучше бы мне было сюда не приходить. Сейчас я смотрю и понимаю, что это за преданность вообще такая. И Мукунда понял, что в уме у Гададхара Пандита. На самом деле, все это просто лила. Это не что иное, как лила. И Мукунда начал воспевание одной шлоки из Шримад Бхагаватам, 10 главы. Как только Мукунда запел эту шлоку, Пундарик Виданитхи начал вскрикивать. Слезы потекли по его щекам. Он начал кататься по земле, все одежды были запачканы, разорваны. И Гададхар Пандит тогда понял: о, чистый преданный, невозможно понять чистого преданного. Как мы уже говорили, Прабхупад говорил, что Гуру Вайшнав, Верховный Господь, могут и не показывать себя чувственному восприятию обычных людей. Гададхар Пандит — это сама Радхарани, а Пундарик Виданитхи — это отец Радхарани, по сути. То есть вот такая лила произошла. И таким образом Гададхар Пандит начал думать: о, я совершил великое оскорбление. Это неправильно было думать, как я думал прежде. И что же теперь делать? И тогда он принял решение получить дикшу от Пундарика Виданитхи. Пундарик Виданитхи giving дикша to Гададхар Пандит. This way, и таким образом Пундарик Виданитхи стал гуру Гададхара Пандита. Гададхар Пандит. Гададхар Пандит, есть Гададхар Пандит, есть Гададхар Дас. И Гададхар Дас также является Шакти. Но он жил в Арьядахе. И сейчас Шрила Прабхупад говорит следующее. Дипарчирева, this loka actually, you should remember, dasantaram abhupetva dipayati vibhritu hetu samana dharma jastatri eva
Прабхупада Бхакти Сиддханта Сарасвати Такур Прабхупад говорит, когда Кришна, изначальная причина всех причин, Говиндам Адипурушам Ишвара Парамаха Кришна Сачитананда Виграха, все знают об этом. Но Прабхупад в своем письме какому-то преданному в ответ на его вопрос объясняет. Изначально Кришна присутствует во всех таттвах, как лампа. То есть как огонек, который впоследствии поджег все лампы, то есть все создал много других огоньков, то есть светильников, то есть чего произошло все. И таким образом Прабхупад объясняет, что все произошло от Верховного Господа, что Он приходит в форме Шишти Татвы Каранда Кашай, Вишна Гарбада Кашай, Вишна Кширада Кашай, Вишна, все это Вишна Татва. И таким образом, вся Вишна Татва, это подобно, если сравнивать с огоньком, от которого разжигаются другие огоньки. И нельзя понять, кто изначален, после того, как все разжено, то есть все огоньки зажглись, невозможно различить, кто был первым. Если она помечена, то тогда ясно, она была первая, а в противном случае невозможно понять. Разница заключается в том, какие лилы совершает Кришна. Кришна постоянно совершает игры. И в соответствии с играми мы можем делать какие-то различия. В противном случае Вишну Татва вся одинакова. Точно так же из Радха Катакша Стотрам мы можем выделить следующую шлоку. Анадакоти Вишну Лока. В этой шлоке говорится, что Бхагаван Шри Кришна относится к Вишну Татве. Но Прабхупад, как я уже говорил, объясняет, что Кришна — это все господствующий Абсолют, и точно так же Шримати Радхарани. Все господствующий Абсолют. И так же, как из Кришны могут исходить различные аватары, также из лотосных стоп Шримати Радхарани. Бесконечные Брахманды или лилы. Могут исходить. То есть Радхарани проявляет себя как Лакшми в соответствии с лилами. В лилах Нарисимхадева она является как Лакшми, Лакшми Нарисинга. Различные формы. То есть в соответствии с играми исходят различные шакти татвы из лотосных стоп Шримати Радхарани. Так же, как из Кришны, различные татвы, точно так же и из Шримати Радхарани, из ее лотосных стоп. И это же самое, Шримати Радхарани приходит в гору Лилу, чтобы помочь ей свершиться. Прямо сейчас она пришла в форме Гададхара Пандита. И кто-то задал вопрос Прабхупаде. На самом деле Вишну Прия Татва — это тоже Радхарани. Я уже объяснял, что в горе Лиле можно найти три различные вида шакти. Лила Шакти, Нила Шакти, Бу Шакти, Нила Шакти. Шри Шакти также.
И Шри Шакти – это Лакшми Прия. Бу Шакти – это Вишну Прия. То есть, в конце концов, все исходит от Шримати Радхарани, это несомненно. Сейчас же Шрила Прабхупада говорит, что Вакрешар Пандит, Нарахари Саракара Такур, кто является Мадхумати, и Шивананда Сена, который является Чампакалатой, все они являются различные игры, и они происходят от изначальной татвы Шримати Радхарани. Гададхар Пандит, несмотря на то, что он не отличен от Шримати Радхарани, он имеет некоторые особенности в Гора Лиле, потому что в Лиле Радхарани мы можем увидеть, что иногда она выражает гнев, игры гнева, лилы гнева. Но в Гададхар Лиле мы не можем найти, что он ведет себя подобным образом, такой, какое-либо проявление гнева. Према, она не она зигзагообразна, подобно движению змеи. Когда змея ползет, она ползет не ровно, не прямо, а зигзагообразно, извилисто. И таким образом, любовь премы, она очень непроста, очень сложна. Mahaprabhu sometimes expressing this kind of lila, but since the bhava brahmani, те, у кого нет никакого практического опыта, не смогут понять настроение этой любви. Я не говорю сейчас о материальной любви, но о прокрытой любви, о любви Шримати Радхарани, о ее настроении, о различных проявлениях мана. И этот ман, этот гнев является высочайшим проявлением любви. И также этот гнев, он проявляется в Махапрабху. Иногда он проявлял такого рода лилы. Но так как Бхава Радхарани уже была похищена Кришной, и в форме Гуранги она была, то есть она была перенята им, мы не можем обнаружить никакого подобного проявления в характере Гададхара Пандита. Он очень-очень прост, подобно Рукмини. То есть поведение Рукмини очень просто, ее настроение. Если Кришна хочет как-то подшутить над ней, какую-то хитрость устроить, она начинает плакать. Она начинает думать, о, Кришна меня хочет оставить, он оставит меня. Возможно, он просто шутит. Однажды он подшутил в Двараке над Рукмини. О, Рукмини, ты дочь царя. Зачем ты вышла за меня замуж? Я нищий. Ты совершила огромную ошибку. Сейчас отправляйся и найди себе жениха, мужа, подобающего себе. И вот так вот Кришна подшучивал. А Рукмини Деви серьезно думала, что Кришна оставит ее. И она упала в обморок. Кришна подхватил ее. Стал обмахивать ее, обрызнул водой, и она, в конце концов, вернулась в сознание. Таким образом, настроение Радхарани очень сложно, но настроение Рукмини очень просто. Рукмини, Сатьябама, все они и так далее не зашли из лотосных стоп Шримати Радхарани. Но в Гададхар Пандите, так или иначе, мы не можем найти никакого проявления сложности. В общем, он очень прост. Очень прост.
И Гадатр Махапрабху вручил Гадатр Пандиту вот это особое служение, поклонение в храме Тотагопинатха. И Гадатр Пандит был очень доволен этим, потому что он понимал, что он служит Гауранге Махапрабху и Тотагопинатху. То есть он был погружен, он мог служить и Гауранге Махапрабху, и в то же время Тотагопинатху. И это было... То есть его главной задачей было совершать служение от всего сердца, поклонение Тотагопинатху. И в то же время он читал после обеда Шримад Бхагаватам. Так проходили его дни. И Гауранга Махапрабху приходил туда, в храм Тотагопинатха, слушать Бхагават-катху от Гадатра Пандита. То есть почти каждый день он приходил и слушал Харикатху. Просил его: «Я хочу сегодня послушать Прахлад Чариту, Друва Чариту сегодня». Махапрабху постоянно что-то просил подобное. И таким образом он дает нам индикацию, что не пытайтесь запрыгнуть в Рагануга Баджан прямо сейчас со своего положения. Прежде всего, необходимо обрести стабильность в своем баджане. Необходимо понять Прахлада Махараджа, настроение Друвы Махараджа. И постоянно читание Махапрабху говорил таким образом, такие вещи. Он принимал там прасадам также. Однажды Гададхар Пандит готовил, и читание Махапрабху пришел и сказал: «У меня тоже есть права на этот прасад». И тогда они разделили то, что было приготовлено. Нитянанда Прабху тоже был там. И они сделали три порции. И очень счастливо приняли прасад. Когда бы Чайтанья Махапрабху не шел в Джагат Мандир или в храм Гундича, Гундича танцевал напротив колесницы. Джаганатха. Гадатар Пандит всегда присутствовал там. Он всегда был вместе с Махапрабху. Из Гамбиры. От Гамбиры Тотагопинат не очень далеко. Полкилометра. Если дорогу знаете прямую, очень близко. И одну лилу я бы хотел рассказать. Очень особая лила. В один день Баллабха Ачарья пришел в Пурушоттама Даму. Прежде Махапрабху был в Балахабаде, и там тот его увидел и привлекся им. Но он хотел продекламировать свои познания Шримад Бхагаватам перед Махапрабху, но настроение его не было, было такое, что как бы я не могу принять комментарии Шридхара Госвами Пада, я написал новые комментарии, свои собственные. И Махапрабху, узнав об этом, очень разгневался, потому что, по милости Нарисимха Дева, сказано, что Шридхара Госвами Пад является... Если... Кто-то знает вообще суть Шримад Бхагаватам? Это Шридхара Госвами Пад, по милости Нарисимхадева, он знает Шримад Бхагаватам, познал его. И таким образом, он знает все детали. А Шримад Бхагаватам не отличен, равен Кришне. Разные комментаторы разные комментарии делали, но тут говорится вот сейчас, что Чайтанья Махапрабху был невероятно разгневан. Ты не принимаешь Шридхара Госвами Пада, того, кто изначальный комментатор Шримад Бхагаватам. Тот, кто не слушается
своего мужа, та женщина, которая не слушается, является проституткой. И Валабачали замолчал, он был удивлен, почему Махапрабху так разгневан. И постепенно он начал пытался как-то его загладить свою вину перед Махапрабху, что-то сделать для него хорошее, но Махапрабху не был доволен, потому что тот был очень высокомерен. Он думал о себе как о очень ученом пандите. Я говорил о том, как Валабхачарья хотел проигнорировать, не принимал главного комментатора Шримад Бхагаватам Сидар Госвамипада, а Махапрабху был очень разгневан этим. И он игнорировал его. И день за днем he is not going to establish his own siddhanta in front of all Guru Parshads. Перед Гора Паршадом, перед Адвайта Гасаем, перед спутниками Махапрабху, он постоянно пытался как-то начать какие-то, то есть как-то хотел показать свою ученость, и все они пытались его игнорировать, пытались избегать его общества. Однажды он описал славу Кришнанама и пришел с просьбой, чтобы Махапрабху его выслушал. Вот, я прославил Кришну, написал о его славе. А Махапрабху сказал, я неграмотный, я ничего не понимаю. Вообще, в Писаниях я только знаю наданадхи Кришны, и мне вообще ничего не интересно, кроме Кришны. Потому что я просто не понимаю ничего. Я глупец. Ты лучше иди к кому-нибудь еще, кто поумней. И оскорблен этим. Кто-то говорил, почему ты произносишь Кришну? Почему ты Кришну называешь по имени? В соответствии с традициями индийскими, никто, то есть жена не должна произносить имя мужа. Таково правило. И когда Адвайта Гаса и все преданные услышали это, они сказали, иди спроси судью Джаганатха. Махапрабху ответил, в конце концов, на это. Целомудренная женщина всегда следует наставлениям мужа. Обязанности целомудренной женщины исполнять наставления мужа. И так как Кришна дает прямое наставление, на Махатме и повсюду в Писаниях это сказано, что Кришна дает наставление произносить его имя, воспевать его имя. Даже громко воспевать. Таким образом, он должен был это принять. Они все, то есть все спутники Махапрабху подобны миллионам солнц, то есть они настолько сияющие, а тот пытался установить свою собственную философию перед ним, то есть свою собственную правду. Однажды он решил обратиться к Гададхару Пандиту, который был очень мягок по природе. Он пришел в храм Даттагопината, предложил ему поклоны. Гададхар Пандит спросил, с какой целью ты пришел. Он знал, что Махапрабху всегда как бы его пытался избегать, и зачем же он ко мне пришел? Прабху Антарьями, он знает, он все знает, и он может меня наругать от того, что я с ним сейчас общаюсь. И тот начал объяснять, я описал славу Кришнанама. Если ты послушаешь, я буду невероятно счастлив. В противном случае, я чувствую, меня все оскорбляют повсюду. Гададхар Пандит был очень добрый, очень мягок. Он
Он не мог, сказать так, что вот Махапрабху как бы избегает тебя, и я тоже не собираюсь с тобой общаться, слушать то, что ты написал. Он не мог так сказать, потому что он очень мягок по природе. И в то же время Валабхачарья был, обладал очень высоким статусом. Как он мог его оскорбить своим неуважением? И когда тот начал читать свою поэму, Гададхар Пандит был очень напуган. Он думал о Махапрабху. Махапрабху антарьями. Он точно поймет все. То есть он наверняка и поймет также то, что как бы я на самом деле не хотел это слушать, но просто так сложились обстоятельства, что я был вынужден. И Махапрабху пребывает в сердце каждого, будучи антарьями, и наверняка он поймет тогда, ну, как бы, наверное, мне незачем бояться, потому что он может меня как-то наказать, но тем не менее все будет хорошо. Но он думал, но он думал также о спутниках Махапрабху, что они будут критиковать меня за то, что я общался с ним, в то время как Махапрабху открыто его игнорирует. То есть вот это большая проблема. И Гададхар Пандит начал молиться лотосным стопам Гауранги Махапрабху, чтобы какое-то решение нашлось. То есть ему пришлось выслушать все написанное. И через какое-то время, встретившись с Махапрабху, Махапрабху начал говорить очень жестко: «О, ты общаешься со всеми подряд». Гададхар Пандит начал плакать. «Ты знаешь все. Я не хотел этого делать, я был вынужден. Что же поделать?» И когда Гададхар Пандит горько плакал, Махапрабху смеялся. «Я знаю все, я знаю все. Я просто хотел разыграть тебя. А ты не понял мое настроение. И ты уже вот плачешь сразу же». Так вот постоянно Махапрабху играл с Гададхар Пандитом. Однажды Гададхар Пандит сказал: «Я забыл свою мантру». Прежде он говорил, что Валабхачарья, наверное, проявлял свое желание совершать Кишор Баджан. Это Пушти Марг. They are from Gaudiya Sampradaya. Изначально они из общества Гаудиев, но сейчас из-за своего ложного эго они не принимают, наверное, всю сиддханту. В конце концов, они изменили какие-то подходы и назвали себя Валаба Сампрадайя. И называть себя тем, кто следует по Пушти Марга. Но изначально они из Гаудия Сампрадая. Однажды Балавачарья попросил Гададхара Пандита, чтобы тот дал ему Кишор Гопал мантру. Тогда Гададхар Пандит ответил: «Я не могу дать тебе ее, потому что мой прабху Гаурачандра, без его разрешения я ничего не могу делать». И Валабхачарья тогда пришел к Гауранге Махапрабху, сказал: «Пожалуйста, прости меня, если я совершил какую-то ошибку, прости». После этого Махапрабху дал ему совет: «Ты выражал свое ложное эго, это не очень хорошо, проявлял свое ложное эго. Прежде ты доказывал, что ты великий пандит, второе, у тебя очень высокое рождение, высокое положение в обществе. У тебя должно быть смирение, но ты ведешь себя таким образом. Ты не хотел принимать комментарии Сидара с вами в то время, как весь мир следует ему.
Потому что по милости Нрисимхадева он написал их. Это величайшее оскорбление, поэтому необходимо просить прощения у его лотосных стоп и пытаться написать комментарии под его руководством, под руководством Шридхара Госвамипады. Если ты это сделаешь, все это примут. Если же ты игнорируешь Шридхара Госвамипада и пытаешься писать какие-то комментарии, никто не примет такие комментарии. И твоя энергия будет просто растрачена впустую. Будь осторожен. И он принял, он был вынужден принять эти наставления Махапрабху. И следуя этому, он взрастил в себе какое-то мягкосердечие. Потому что все горы Паршады подобны лунам и звездам, то есть настолько сияющие. И как, то есть в противовес Валабачарье, то есть он был просто бессилен перед ними. И по просьбе, то есть он сказал, что если я хочу принять мантру от Гадатара Пандита, он не дает мне мантру без твоего разрешения. И тогда по наставлению Гауранги Махапрабху, Гадатара Пандит дал ему эту мантру, Кишор Кришна мантру. Через несколько дней Гадатар Пандит пришел к Махапрабху и сказал, что я забыл свою мантру. Это такая игра просто. Как-то я забыл свою мантру. Как... Не мог бы ты дать мне эту мантру? Нет, если ты забыл мантру, ты должен опять обратиться к своему гурудеву, к Пундарик Видянитхе. И тогда Пундарик Видянитхе, они встретились, и Гадатар Пандит опять получил эту мантру. Это такая игра. Было много разных лил. Пундарик Видянитхе еще с Джаганатом. Я не могу сейчас это все описать, потому что время ограничено, и в то же время прерывается Харикатха. В один день, когда Чайтанья Махапрабху решил отправиться во Вриндаван, да, Гадатар Пандит решил пойти с ним. Махапрабху сказал: «Нет, ты должен оставаться здесь, совершать служение, которое я тебе наказал совершать. Нет, без тебя я не могу жить. Я не могу жить без тебя». Махапрабху, то есть, дал ему это служение и это место, чтобы тот жил там и служил тот Гопинатху, но Гадатар Пандит не был готов терпеть разлуку с Махапрабху. Махапрабху настаивал, это твои обязанности жить здесь. Ты должен постоянно находиться в Нилачала-даме, потому что ты дал клятву, принял обет кшетра-саньяс. Тогда Гадатар Пандит сказал, что я не могу оставить общение с тобой, но ты дал клятву. Он тот ответил: Где бы ты ни был, там и есть Нилачала. Поэтому мне не важно, ничто не важно. Если я потеряю свое служение, то Гопинатху, если я потеряю свою саньясу, меня это не волнует, потому что я нуждаюсь только быть подле тебя, в том, чтобы быть подле тебя. Если моя саньяса, кшетра саньяса будет закончена, я все равно не оставлю общения с тобой. Махапрабху пытался объяснить, что это мое желание, чтобы ты жил здесь и совершал служение здесь. Если я взгляну на твои лотосные стопы, это миллиарды блага, наверное, которые я могу получить от служения. Поэтому я не собираюсь оставлять служение тебе. И много-много разных аргументов приводя.
В общем, они не нашли. Годадар Пандит не был готов оставить общение с Махапрабху. И Махапрабху начал свой путь. И Годадар Пандит последовал за ним. Он сзади шел за ним. Долгий путь проделав, Махапрабху сказал: «Ты вышел из кшетры. Ты прервал свою саньясу, да, клятву саньясу, ты нарушил свою саньясу. Ты хочешь до сих пор быть со мной? Хочешь свое собственное желание исполнять, свое собственное счастье искать, жить со мной, быть всегда со мной и из этого черпать свое собственное счастье?» Оставив свое служение и нарушив свою клятву кшетра саньяс, ты хочешь, как бы ты все это делаешь ради того, чтобы быть счастливым подле меня, и я собираюсь наказать тебя. И когда они вновь продолжили свой путь, Махапрабху, Годадар Пандит последовал за Махапрабху, но тот строго сказал ему: «Нет, не иди дальше, нет». Годадар Пандит упал на землю без сознания. Когда Махапрабху вернулся из Нилачала, то есть он, наверное, дошел до своего пути, назначения, и сказал преданным: «Я был вынужден оставить Годадара Пандита. Мне очень жаль». То есть он вернулся в Нилачала, да, из-за Годадара Пандита, потому что он не мог, наверное, его оставить. Сивананда Сен, or, you know, Бхакешар Пандит. Я был очень строг со мной, я оставил его на полпути, он не слушал, что я говорил ему, поэтому и сейчас я не смог уйти во Вриндаван. Вновь я пойду в один из дней, если вы мне все позволите это сделать. Таким образом, Годадар Пандит был постоянно с Махапрабху и совершал разного рода лилы. When Mahaprabhu disappeared from this planet, Mahaprabhu disappeared. И все шакти Шивананда Сена, Бхакрешвар Пандит, almost like mad. So after that, Мадхумати Нарахари Саракар, все это различные шакти, проявления, низшедшие от лотосных стоп Радхарани и Годадара Пандита. Лотосных стоп Годадара Пандита. Вот это главная философия, заключенная в этом. И таким образом Годадар Пандит жил всю жизнь. В последние годы, когда Махапрабху ушел из этого мира. Годадар Пандит был подобно сумасшедшему безумному. Он по наставлению Махапрабху совершал свое служение, продолжал. Его Випраламба Бхава была экстремально высокой, невероятно высокой, но тем не менее он продолжал выполнять служение. Then Godadhar Pandit also almost mad. Годадара Прананад, вот такое слово используют в Гаудия Вайшнавском сообществе. But when Godadhar Pandit growing age, day by day Godadhar Pandit cannot give mala. Я говорила о настроении Чандравали. Прежде. Тутакопинат is very long. Что она думает, что я принадлежу Кришне, но Радхарани думает, Кришна принадлежит мне. В этом разница. Тут же Гададхарир Прананад, настроение Годадхара Пандита выражено в этих строчках, то есть Прананад, который принадлежит Годадхару. В последние дни, когда Махапрабху уже ушел из этого мира, Годадхар Пандит просто почти обезумел, но тем не менее совершал служение в своей глубочайшей Праламба Бхаве. Когда же
Гададхар пандит из-за своего возраста уже не был в состоянии предложить мало гирлянду Тота Гопинатху, потому что тот был высокий. То есть, состарившись, он не мог дотянуться до Гопинатха, чтобы надеть на него гирлянду. И по просьбе Гададхара пандита он сложил свои ноги, божество сложило свои ноги и сел. И тут там мы видим, что нигде мы больше не найдем такого, что Гопинатх сидит. Только там, чтобы помочь Гададхару исполнять свое служение, он был вынужден сесть, чтобы Гададхар пандит мог это сделать. We can understand that the mood of Gadadhar Pandit was just like Rukmini, because Gadadhar Pandit was stolen. सीराधा प्रेम रूपा जापुरा वृंदावनेश्वरी श्री गदाधरो गौरवल्लभ पंडिताक्षकः वांछकल्पतरुषि कृपासन्धि भवेच पतितानं पावन भवेष्णभ्यो नमो नमः.